Груви. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня глубокая ночь у меня. Я подумал, а чё бы нам не поиграть во что-нибудь стрёмное, поскольку недавно мы совсем закончили... А как это называется? The Cursed Forest называется. И я решил заменить её на новый хоррор под названием Pineview Drive. Хотя, может быть, он не совсем новый, я не помню, но относительно недавно, в общем, наверное, вышел. И я ни черта не знаю про эту игру, но вроде как она должна быть страшной, и... Мне уже не по себе, поскольку я вижу отражение вот этой вот рожи. Посмотрите. Стрёмно. Я ничего не знаю про механику игры, ничего не знаю вообще об игре, как я уже сказал. И я думаю, этого хватит, чтобы начать игру. Да. Так, это... Кинематографичный ролик, да? Это ведь снято на камеру. Жутко, неприятно сделано. Так. Опа, вон. И теперь я бегу за ней, получается, уже за девочкой. 20 лет спустя. Кто-то бегал за девочкой. Игра автоматически сохраняется на каждый игровой день. Во, а, да, тут фишка такая, что... Типа дни, надо сколько-то дней продержаться. То есть у нас будет, получается, серии выходить по дням. День первый. Я буду немного приглушенно говорить. Ну, по возможности, поскольку сейчас реально поздно, и я боюсь разбудить весь дом. Хотя, если тут игра будет достаточно страшная, то дом все-таки проснется. Итак, мы ходим. Супер-мега медленно. Прям до бесива медленно. А, вот, можно на shift ускориться. Зашибись. Мы приехали на машине в этот особняк. Pineview Drive. Блин, великолепный особняк. Стрёмный. С горгульями, смотрите. Давайте зайдем внутрь. Мы сможем просто так пройти? Ага. Замок закрыт. Ключ от ворот надо найти. А что это не мой дом, получается? Это... Я кто вообще? Может быть, у меня в машине есть ключ? Давайте попробуем открыть дверь. Нет. Нет. Опа, слышали? Шум. Давайте попробуем обойти. Прыгать здесь нельзя. Но я думаю, если мы обойдем, то мы упремся в забор и ничего не добьемся этим. Вот дерьмо. Может быть, можно перелезть с помощью зарослей? Нет. Кто там шелестит в кустах? Не по... А! Ключ лежит прям вот так. Прям под знаком. Я просто никогда бы не подумал, что люди... Прошло много времени с тех пор, как мы тут были вместе. Ходили слухи, что многие годы никто не мог прожить тут больше 30 дней. Поэтому у меня осталось не так много времени, чтобы выяснить, что тогда произошло с Линдой. То есть я... Сначала я должен найти способ попасть в дом. Блин, ворота скрипят. Я потерял свою мысль. Ладно, давайте... Подойдем к входу. Писали про эту игру, что каждое движение твое, оно отслеживается. Игра отслеживает все, что ты делаешь. И хп тратить нельзя, потому что оно на все время, оно не восстанавливается. Вот. Это я слишком недоверчивый, поэтому я даже не мог себе представить, что люди могут положить вот так вот ключ на видное место. Хотя, если особняк пытается убить тебя, то зачем ему класть ключи, где сложно... Где бы их мне было сложно найти. И проще дать человеку зайти, запереть за ним дверь. Я должен попытаться найти зацепку. Хорошо. Получается, Мелинда ли забыл Аманда? Она погибла здесь? А я выжил? Удрал как трус? Так. Повсюду шумы. Блин, меня вот всегда такие часы пугали. Не знаю, они слишком... Неприятно так тикает, так. С таким эхо, ревербом. О, так, мы можем включить свет? Ага, активно, это хорошо. Хорошо. Найдите подходящий ключ. Я должен ко всему находить подходящий ключ? Вот. Так. Свет. А,
Он один, тут два выключателя, одну лампу задействует. Да почему дверь закрывается? Я могу открыть? Могу. Хорошо, это радует. Неприятно, блин. О, задний дворик. Она будет... Ой! Так, мой персонаж реагирует на ситуацию все-таки. Мне нравится эта фишка, она, по-моему, началась с Outlast. Я знаю, что в Outlast игрок дышит от страха. Это прикольно очень. Опа, ключ. Зашибись. Так, это что? Для того, чтобы зажигать свечи, вы можете использовать спички. Очень прикольно, мне нравится. Как вы думаете, я смогу прожить день? Я просто даже не представляю, какая опасность меня подстерегает и каким образом она будет меня атаковать. Так, стоп, нет, не хочу. В эту дверь можем зайти? Ух ты, рояль. Почему часы стучат снова? Ведь час еще не прошел. Так, неактивно, неактивно. Опа, еще ключ. Теперь у меня два ключа. Было бы прикольно прям сделать игру, чтобы дом весь был активен, и прям вот что хочешь с ним, то и делай. Рояль двигай к двери, закрывайся, планируй оборону и так далее. Это было бы прям... Фильк. Оп, свечку зажег. Так, котяра, лучше не тратьте спички на просто так. Будем знать. Так, ну у меня прибавился коробок. Сигары. Я как-то пробовал сигару. Не знаю. Видимо, я еще слишком молод, чтобы оценить... великолепный вкус. Дверь заперта, найдите подходящий ключ. Жалко, нет информации о том, какой конкретно я ключ нахожу. Вот, я открыл. Я сумел открыть. Здесь еще одни часы. И все время эти... Блин. Но дудят вон те, в которые в гостиной, в прихожей точнее. Слышали, слышали? Как будто кто-то пошершал. Ужас. Дом, видимо, разваливается. Все такое... Так, отражение такое галименькое. Ну-ка, простите. Настройки. Высокое, высокое. Все стоит на высшее качество. Видимо, это и есть высшее качество. Так, уже такое желтенькое все стало. Получается, темнеет. Дверь заперта, найдите ключ. Ладно. Да, уже темнеет и вообще дико не по себе становится. Давайте включим свет. Вот. То, что надо. Позвонить никому нельзя. Это кто? Опа. Опа. Опа-па-па-па-па-па. Так, нельзя включить. Да что с тобой? Что? Он обычно не визжал от... От просто часов, от гудения. Он что-то увидел, что я не заметил? Идемте наверх, вот прям вот. Смотрите. Блин, я просто даже не представляю, что меня ждет. Я даже... Это очень неприятно. Ой, ой, ой-ой-ой. Нет, не стоит. Можно спичку врубить? Выключатель. Хорошо. О! Нет. Нет. Ой, я вглубь ухожу? Нет, все, стена. У меня еще один ключ есть. Откуда он? А... Давайте спиной пойдем. Чтобы видеть, вообще продвигаемся мы куда-нибудь или нет. Нет. А может быть тут такие виртуальные часы? Ну, понимаете, да? Игровые часы и... Но жалко, не написано, сколько времени. Хотя вон шкала отнимается. Это, видимо, не ХП все-таки. Я не понимаю, я... Может, надо выйти? О, выйти можно. То есть я могу в другое... Могу в другое крыло попробовать пойти. Но я же ни хрена не вижу. Так, хорошо, что мне хоть... Дают выходить из дома. Блин. Да я же ничего не вижу. О май гад.
Так, давайте будем смотреть, что здесь есть. Что там? Там что-то светится. Видели, да? Что это? Свечка. Кто-то зажег ее. Может быть, я? Ой. Ой! Ой. Свечка, вот она, горит. Ну-ка, подойдемте, давайте посмотрим. Блин, возможно, это я. Я так еле-еле вижу очертания. Ой. Ну, нам должны дать хотя бы день прожить спокойно, но так немножко попугать, но не убивать. Потому что я же должен освоиться немного, потрениться. Хоть немного навыков получить, как играть в эту игру. Жесть. Стремно жить, ребят, в таком доме. Смотрите, там вдалеке дым. Видимо, там завод какой-то. Опа, можно зайти. Черт. Черт подери. Кто-то, как будто веревка, такой скрежет веревки, скрип. Блин. Стоп. Статуя. Не доверяю я статуям. Давайте пойдемте вот сюда. Так, ну это... Какая-то в задницу какую-то, в поле. Я не хочу в поле. Быстро потемнело. Я не ожидал, что так быстро стемнеет. Так, где еще вход? Мы сделали круг практически. Блин, пожалуйста, не стоит. Не стоит меня убивать. Я хороший человек. Я добра делал много. Я вот сегодня бабушку через дорогу переводил. А. Боже мой. О, господи. Так, давайте вернемся в туда. Обратно. Как-то в доме будет, не знаю, поприятнее, что ли. Сам включился свет? Или это просто такой баг? Давайте пройдемся вот еще раз вот здесь. Блин, что это? Что скрипит? Смотри, там еще есть проход наверху, прям высоко. Ну давай же, блин. Ни хрена не видно вообще, ребят. Просто мрак. Давайте еще раз посмотрим то, что мы... Блин, почему-то стало темно. Включи гребаный свет. Включи гребаный свет, вот так. Блин, подсвечник. О, ключ! Вот, я не заметил, да. Надо быть внимательнее. И на улицу больше не выходить. В жопу улицу. Зря я спичку просрал. Как-то машинально нажал на Е. Давайте выйдем. Возможно, вот сюда мы можем зайти. Нет. Хорошо. Пройдемте. А дальше. Вот. Блин, эти звуки непонятно от чего. Вот это? Стопка книг. Я здесь не был явно. Как здесь включить свет? Так. Блин. Черт. Стекло. Боишься каких-то дверей. Так, я могу что-то с этим сделать? Почему? Что мне эта комната дает? Нахрена я вообще ее открыл? А, но ключ я на нее не потратил. Это просто вот... Просто комната. Давайте. Опа, стоп. Как я мог его не заметить здесь? Он что, респанится? Так, дверь заперта, найдите подходящий ключ. Здесь свеча. В жопу это место. Хорошо, может быть, вернемся. Блин, да боже мой. Был я тут. Вот. О! Был такой звук был.
Мне нужен выключатель, срочно. Так. О, животные. Видите, набитые чучела, головы животных. А это вообще без шкуры, просто череп. Вижу, что-то на столе лежит. Свечка. Нахрен не нужна. Что это? Сначала надо найти фонарик. А почему нельзя положить в карман батарейки, а потом... Что это? Да блин, у меня два ключа. Так, придется включить свечку. Так, что... Опа. Спички. Что еще здесь есть? Хм, это книжный сервант. Больше ничего не вижу. Так, давайте сходим тогда наверх. Наверх еще есть дверь. Наверху есть дверь, я точно помню. Давайте здесь свечку зажжем. Что мы тут можем найти? Ни хрена. Портрет. Портреты трогать, наверное, нельзя юзать. Так, давайте еще. Ну что ли, я нашел один из ключей вот к той задней двери. Ну, так, та самая, которую можно добраться, только выйдя на улицу и на задний дворик сходив. Вот. Нет, 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 нет. Здесь, ну, явно нет дверей никаких, да? Потому что я вот вожу морды свои, нет ничего. Свечка, которую можно зажечь. Давайте зажгем, может быть. Нет, черт. Светлее не стало. Блин. Где-то я не был. Где-то я не был. И что-то я не взял. Так. Давайте пройдемся вот сюда. Так, здесь мы были. Мы не были. Вот это место еще разок надо обойти. Может быть, где-то здесь можно включить свет. Что? Что там было? О. 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 Я ничего не увидел, но... Господи, как я обосрался. Здесь нет ничего. Так, явно день, точнее, ночь не хочет заканчиваться. Почему-то вообще ничего не происходит. Сколько она будет... Сколько она еще будет длиться? Давайте пойдем... Я пожалею, блин, об этом. Но нам нужно идти на задний дворик. Эти игры доконают меня. Кстати, в самом начале было предупреждение висело в этой игре, когда только включаешь ее, что беременным не рекомендуется играть. И у тех, у кого проблемы с сердцем... Интересно, это Заманилова или реально игры могут настолько повлиять на людей? Что? 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 Да, игры могут повлиять настолько, я уже... Блин. Я не понимаю, я не вижу явно какой-то двери. Что это за свет? А, это подсвечники. Свечки, точнее. Которые я включил. Так, надо посмотреть на еще... Дверь, может быть, еще где-то есть дверь? Внимательно только. Давайте. Опять свет включился. Ну это. А, это, наверное, подгружается просто игра. Когда я подхожу ближе. Блин, куда мне идти? Не понимаю. Хожу как дебил по одним и тем же местам. Ключ не работает. Ключ не работает.
Так, а это что такое? Стоп! Я могу куда-то пройти! Ой! Я могу пройти, оказывается, куда-то! Как я этого не видел? Как я этого не видел? Почему? Странно очень, ребят. Я же прям жопу упирался, ходил специально. Фонарик! Фонарик. Зашибись. Тогда нам нужно будет сходить вниз. Так, все ли хорошо здесь? Отсюда видно коридор, хорошо, это радует. А, кроватки? Спальня чья-то? Видимо, какой-то ребенок здесь жил. Видите, одноместная кровать. Что-то мне показалось, какая-то тень пробежала. Шкатулка. Так, нажмите R, чтобы зарядить фонарик. Так, нажал. Вот! Так, я могу присесть, нет? Ой, я не знаю. Я надеюсь, я не пожалею, что я включил эту гребаную шкатулку. А вон индикатор батареек, фонарики. Все, отыграло. Блин, дверь. Ключ надо найти, еще один. Сволочь. Здесь точно нет ничего? Нельзя открыть эту шкатулочку, коробочку. Так, все, это все. Блин, как раз вот подходит такая. Взять отверточку. Нет. Может быть, в мусорке что-то, в корзине, в это нет. Блин, а батарейки быстро садятся, должен сказать. Нет. Сюда точно нельзя. Блин, вот я болван. Стоп! Да! У нас же есть фонарик, мы можем выйти на улицу с ним. На улицу. Что это? Тут как будто крест висел. Хорошо. Фонарик здесь. Точнее, батарейки. Отлично. Это закрыто, ясно. Так, что это? А, да. Что ж, давайте на улицу попрем. Вот это будет приключение сейчас. С фонариком видно больше говна всякого. Окей, здравствуйте, я вышел. Не насилуйте меня. А. Хорошо, идем. Идемте на задний дворик. Мухоморы жрать нельзя. Хотя стоило бы сейчас ожрать, чтобы приятные глюки словить. Так, фонарик начнет мерцать. Экономим. Давайте прямо вот здесь. Надо вдоль дома походить, наверное. Авось прям найдем ключ. Блин, совсем близко. Так, перезарядить. Хорошо. Как же я... Что тут делать 30 дней? Что делать в гребаном доме 30 дней? Тут же... Нечего делать более. Он, конечно, выглядит большим, но... Ходить-то некуда особо. И батарейки уже заканчиваются у меня почти. Так. Ну же. Ключ. Подсказка. Пила. Топор. Было бы очень здорово взять топор, но нельзя. Окей, дверь. Что? Опа, батарейки. Да, фонарь пригодился. Почему-то мне не прибавилось ничего. Да, блин, сволочь. Давайте прям хорошенько так обойдем дом. Посмотрим еще что-нибудь. Вот здесь, видите, закоулочки есть. В которых можно что-то нарыть по-любому.
В окна неприятно, я боюсь заглядывать в окна. Не знаю, опять волна мурашек, народ. Волна мурашек. Плохое предчувствие. Нету, блин, ничего вокруг дома. Так, там ворота. Давайте вдоль забора пойдем. Сейчас все батарейки просто просру. Что здесь? Так, ну же, дай мне что-нибудь. У меня есть один ключ, которого надо куда-то засунуть. Но куда? Сейчас фонарь сдохнет. Так, включаем, все. Блин, просто я взял батарейки, которые, получается, просрались. Это вообще бесит дико. Вот! Нельзя. Нужно ключ найти, который должен лежать где-то рядом. Нет. Блин, оказывается, тут просто целые пастбища. Видите, поля какие огромные. Опа, что это за место? Скоро будет день уже, а мне сюда нельзя. И капелька пота потекла по моей спине. Холодная капелька пота. С каждой новой волной мурашек они становятся все более ощутимы, и омерзительным становится нахождение здесь. Давай. О, вижу. Да, застрял. Будь она проклята. Так, повозка. Спасибо. Итак, максимально может быть две батарейки в инвентаре. Поэтому не брать, а просто запоминать. В случае, если я вдруг напарюсь на еще одни. Запоминать, где они находятся. Так. Блин. Я здесь был. Сволочуга, что же делать? Как мне открыть недостающие места? Надо зайти в комнату с Раэлем еще раз и... порыскать как следует. Почему-то... Ой, блин, очень плохо. Что это за место? Это я в том месте вообще нахожусь? Да, кажется, правильно все. Вот ворота. Вот ворота. Идемте в дом. Свет! Стоп. Может быть, здесь в колодце что-то валяется? Или вот здесь, вот, да, вот я здесь не смотрел толком. Блин, гребаный фонарь мерцает. Очень плохо. Так, все, заходим. Очередные мурашки пошли. Так, можно здесь что-нибудь поюзать еще? Так, проходим. Давайте. Ну же. Вот сюда. Комната с роялем. С роялем. Что это? Сигары. Это место пока меня больше всего напугало. Котяра. Ой. Стоп. Да. Здесь явно ничего нету более. Блин. Так. Надо прям по углам смотреть хорошо. Сволочь. Книжная, может быть, книжку какую-нибудь надо выдернуть. Нет. Блин. Я чувствую себя потерянным просто. Бегаю как дебил.
как полный идиот. Давай, мразь. Что это? Записка. Приехали в старый загородный дом. Он выглядит тихим. Помню, это то, что я писал в прошлый раз. Так. День второй. Игра сохранена. И, ребят, на этом мы с вами закончим. Надеюсь, вам понравилось. Я думаю, еще больше жести ожидает впереди. Естественно, день первый, он безопасный. Я уверен, да, что это сделали так, для разогрева. Дальше мы уже наверняка сможем сдохнуть, при желании, конечно. Вот, но я намереваюсь попробовать прожить все 30 дней. И это будет круто. Ну и будем делать выпуск по дню. Поверить не могу, что я так долго бегал по этому месту, и надо было просто зайти и найти эту гребаную записку. Но зато мы запаслись фонариком, батарейками и прочим. У нас есть лишний ключ, который наверняка... видите, мы даже в другой комнате сейчас находимся в какой-то... это та самая комната с койкой. Ну, не суть. В общем, все, что будет дальше, мы узнаем дальше в следующем выпуске. Надеюсь, вам понравилось. Давайте 5. Давайте. Поднимайте, гребаный ствол. Поднимайте уже, а? Я жду. Ты поднимай. Молодец. И петюля. С вами был Юджин. Всем пока.